вот себе и этому, может, Дубасу по кулаку, и мне, пожалуйста, крест на 10. А каска нам не профитнее будет? Нет, так у тебя 2 баффа будет, плюс хп от Криковара. Не, каска-то лучше кулака, наверное. Так у тебя ж будет 2 баффа, и кулак, и каска. И отварах крик на хп, что для танков важно. Ты хочешь барабаны, каски, да? А, вот эти вот. Ну, я уже, да. Да-да. Ну ладно, тогда кулак вести раздам. Просто, учитывая, что у нас варги есть реально, профитнее танкам, будет хп больше. Дубас, кричи, пожалуйста, на хп, хорошо? Не забывай. А Дубасик не в РК, походу. Да, Дубасик не в РК. Могу сразу сделать ставку, кто первый упадет. Кто? А ты? Дубасик. А чё, он мог? Да он не в РК просто. Не кикнем, да и всё. Я зайду на Вара, я в РК. О, уже на КП рёт, это ему в ПМ заспамил. Андрей Агач, вытаскивай командира. Хорош. Ходи быстрее. Ну вот когда вы вытаскиваете вот этого командира, можно и спиной повернуться и побежать. Он не убил. Вводит, ты чё будешь хилить? Тьму или свет? Свет. Да мне пофиг. Тьму полегче, на самом деле. Там чуть-чуть. Короче, пусть лучше вводи во тьму идет, у него утешение хоть есть. Реген маны хоть немного. Ты не драйву захилишь? Ну, блять, нет, поди. А шо, с Андрегови не так? Да, 6-4 почти. Берешь, картуешь, связывающее исцеление, потом большую хилку. Ну, в смысле, я. Я так и хилю, да. Я так и хилю. Хреново, конечно, будет Свету без тотема шамана, но если что, я могу похилить Свету, можете в 2 шамана. Я даже ускорение буду... Ускорение могу кидать на метку в Свету. Потому что во тьме она не работает. Лучше шаман зайдет в Свету. Но, согласен, тотема и Гера, кажется, будет профитнее, чем Хули Фрис. Короче, вуди, да, иди во тьму, я в Свету похилю. Будет только просьба, когда я выношу метку хилом во тьме, Рокстер, ты меня тоже подстраховывай, потому что у меня мгновенные хилки как бы есть, но они больше на массу, чем в одну цель за хил. Да там молитвы на себя, обновление, круг, все это хватает. Да ни хрена не хватает. Придет в прошлый раз, кто там шаман какой со мной ходил, вообще даже быстрее ему не дал, когда его носил нет. И буквально один шаг я не хотел сделать. Зарак. Нет, это не я. Не, другой кто-то. Кто-то из нашей еды или девушка какая-то, или кто. А когда я уносил, мне не хватал. Я упал. Второй раз тогда. Нет, ты в лезвие упал. Ты не работал. Нет, первый раз я, по-моему, в лезвие, да. Точнее, не лезвие, а дыхание, я не понял, там было непонятно. А второй раз меня никто не хватал, я пытался улучшить, меня просто сожил. Ты, по-моему, второй раз метку на метку вынес, потому что я всегда хилю кастом, и в тебя... Не, нифига. Я бежал как мог, кинулся, обстрянул, бежал, и просто сдох. Мы
Не таунтите их, они будут стоять на месте. Кого-нибудь откинет прям на босса. Будет ГГ. Тем, кто не бьет трэш. Давай. Например, Хилу Рокстеру. Не, он 926 урон на нос. Нормально. Я возьму. Сейчас, короче, рыбу поставлю, пожрем. Кушайте. А с кулаком что ты будешь делать? А, совета не надо. Что-то смотрел на дубасика. Погнали. Жаден как был. Ваши муки станут платой за это вторжение. Хантов нету, он прохиливает. Статинка на босс. Начинай. Ты на суслятинке увешай орехи, а я на Грегу. Тут, по идее, можно Геру дать, до Хали он откатится.
после этого будет целка фискер? Я думаю, да. Возможно. Вдвое сильнее страдания. Сколько ей подают? Где? Косарь. Пишно проб стару. На ШП. И Войдуна полипала. Видишь, как хорошо. Мы даже не конкурим. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Сейчас сзади ману отпить. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Тут много маны не надо на этом боссе. Черные драконы. У меня хума. Мы даже не успели... Так, едва я на того босса спекнусь в ДД. Стой. Какая разница? Все равно дальше. Надо что быстрее убить. Давай, стоп. Не, пока, не бегите пока. Лучше ждать будем, пока спектаклись. Убивали с расчетливой жестокостью. Ева, дай, пожалуйста, пока столик. На этом поединении, что ли, когда 15 секунд еще. Так и руководил кровожадный Заритриан. Но боюсь, тут замешано. Сейчас ждем. Более могущественное зло. В самом начале... Я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно. Их нужно остановить. 10 секунд. Гоу. Алекстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Слуги, обратите их в пепел! Короче, как мы видим, ДПС в свету 3 ДПС очень сильная. Поэтому, когда в свету будет 40%, касается совы и мага, вы будете вдвоем стопать. Как будет 50, будете начинать бить. ШП не будет стопать, мы во тьме тоже не будем стопать, потому что вы нас передамажите. И, соответственно, по росту, когда в свет выйдете первая пати, сразу... на 60% дадите рост, когда во тьме станет, ну или уже когда 50 будет, уже можно будет дать рост, потому что потом будет 60, там они нас передамажат. По диспелу копар диспелишь, или давай Даксон или Клота, кто-то из вас подиспелит, чтобы копар не отвлекался, если Даксон умеет. Вот Даксон и во тьме. Да я его подиспелю. Ну, во тьме все все знают, что делать. Дубасик, надеюсь, ты все знаешь. Там Сушатенко спрашивает, если на нем метеор, то он поворачивает или он пробегает аккуратненько так, чтобы хвостом в рейд? Ну, типа он две тактики тут есть. Поворачивает на рейд, как мы 25 гер делаем. Бьерн, подиспелишь первую фазу? Хорошо. Все, я вам сказал, что делать. Проценты смотрите сами. Ничего не буду говорить, мне кнопку нажимать трудно.
поэтому если кто-то не выбегает там, вы просто скажете об этом игрокам. Чек на пул, давайте убьем его с первого раза. Сейчас, секунду. А свет кто? Эндриага, да? Бар, мы хп не забываем, Рэд, хорошо? Начинай с услуги. Ну, поставишь тотем от огня. Вуди, заходи сейчас тоже. Я остаюсь. Эндриага, ты видела, где танчил? Никчо. Ой, да. Видел, где танчил? Иди сюда в меточку, где я прыгаю. Вот у этого дерева напротив него вот здесь. Он выходит, там кидаешь или хваткой. Здесь и держишь, танчишь. Чуть поближе встань. Центр. Беги, малышка, беги! Что там говорите про центаж, когда там выходит? Эндриага только сразу хваткой, потому что он меня может убить сразу, как выйдет. 3%. 1%. Готовься, Эндриага. Поближе в центр, хотя нормально. Идите все. Уходите. Вот-то ты где? Вышла? Святой рост. Куда? Блять, не посмотрел. А, ну ладно. Ничего страшного. Возьми рост. А, у меня КД. У нас же КД, я забыл. Даксон и маг, стопайте. Бьет только шипы все. Беги, малышка, беги! Остерегайтесь теней. Фидом ты не даешь. Они тут не работают. Не работает вообще ничего, даже от пули креста не работает. Беги, малышка, беги! Подхиль там ДК. Макса, вас топаете.
сука, это пиздец. Ебаная лужа, лужа на луже, короче. Я не знаю, так сон там хиль. Хильте такая. Короче, вайп падайте. Все, у вас там все упали? У вас там упали все? Падаем? Да-да-да. Падаем. Мы не добьем уже. Ну давайте, теперь расскажите мне, кто из вас ну. Я. Даксон, у тебя есть время, чтобы хилить людей? Там, когда Рошам выносит метку, помогайте ему подхиливать танка. Тем более у вас там дебага много, и вы можете это пропустить. Там... Да, танка не надо хилить, надо шамана хилить, он сдох. Если его никто не собирался. Даксон, у тебя есть фреймы, чтобы подхиливать мышкой клацать людей? Или у тебя нет никого? Рокса, и в чем? Клота, у тебя есть какие-то фреймы, в которые ты тыкнешь мышкой и можешь подхилить шамана, который вносит метку? Фреймы у меня есть, но я никогда ни разу не хилила в жизни. И вот. Никаких у меня ни хилбота нет. Ну ты просто хотя бы кини эту молитву восстановления, к примеру, если я выношу. Молитву восстановления хотя бы кидай. Ладно, и что, да. Давай просто на удачу будем надеяться, еще раз попробуем. Ты на удачу не получится, 100% там на него кинется метка. Ну, уж у вас там всего 5 человек. Надеюсь, что Виндряга в этот момент будет нажимать захват, будет нажимать удар смерти, и, или ее будет босс уклонение, парирование бить. Твой, дай второй баф, пожалуйста, кому-то. Вару мне. Себе. Я на 10 манарик. Начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Вуди, не трачь сейчас ману, я один похилю. Небеса в огне. Ё-моё, я криворукая. Ну чё, где ты? Падайте, чё? Они зашли, танк ещё не зашёл, они зашли. Давайте, ну. Я извиняюсь. Ну вот, подбежал он к порталу из фриз. Я подождал секунду, после этого тоже пошёл. Он побежал, чтобы с другой стороны зайти, он оббегал портал. Понятно. Ну, Скарлетт, заходи в тьму, умирай. Смотри, мертвые алики летят, они тоже вайпнули. Еще разок. Потому что Айсфрис неопытный танк, он отбегает в лужу. Можно же просто было с этой же стороны зайти, где ты и танчил сейчас.
Просто перебирает на другую сторону во тьме. Там же такой прикол, что если ты не двигаешься, на тебя босс не сагрится, правильно? Даже если ты зашел. Ну да, там... Нет, все я не двигался, я только зашел, сразу ваншот получил. Дайте мамонта, есть у кого? Не, я бы зашел, и вроде я один там был и стоял просто на месте, ничего мне не трогал. То, что он меня убил до тебя, ему хватило меня. Есть рыба еще, у меня закончилось. Даксон, Клод, у вас нет проблем? Вы видите проценты вот эти, которые 40 становятся, чтобы я вам не говорил? Ты же мне сказал, что я всегда пью. А, не Клод. Святых не видно же. Маг. Видно везде. Есть. Мне все видно. А, все хорошо. Макса, вас сами смотрите, когда 40 выступает, если что. Чтобы я просто лишний раз не нажимал кнопку. Ну, все большие уже, все знают и тактики. Чуть на пол. Начинаю ДК. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Заебало. Небеса в огне. Дубль 2. Лево. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Красава. Ходите, если посмеете. Остерегайтесь теней. Андреаг, иди сюда. Вот встань туда, где я стою. Тебя в прошлый раз босс далеко стоял. Вот здесь, где я именно, вот сюда встань. Угу. Здесь все ловишь. Готовься. Я есть свет, и я есть тьма. Трепещи, стерегайтесь тени. Беги, малышка, беги! Сам засплюшься. Давайте возьми рост, пока у нас сейчас и не передамажит.
Какой рост? Свет 40, кроме креста 105. Ни к чем Злейману. Цвет 40 стопит. Бьем. Остерегайтесь теней. Снова беги. Сука, где ступни ебаные? Кстати, охеренная шея на Энхел. Пестола, Тэнкси, рекомендую шею. Не-не, я забил на Энхел. Кажется, когда ты заходишь Энхом, а у тебя шеи нет. Ну, славить тебе топ.